Четыре дня осталось до окончания срока представления налоговой декларации в рамках внедрения всеобщего декларирования. В Комитете государственных доходов напомнили, что на сегодня декларацию еще не представили более 85 тысяч человек, в основном это госслужащие и их супруги. Документ о доходах и имуществе необходимо представить в электронный орган госдоходов по месту жительства в срок не позднее 15 сентября. В случае непредставления первоначальной декларации налоговые органы ограничатся в первый раз предупреждением. При повторном совершении нарушения уже будет административный штраф в размере 15 МРП в течение года.